курит и садится на горшок мужчины. Это что-то невероятное. Как из преисподней. Или возьмите даже простое. Человек этот. Конь. Вот конский навоз. Его на штукатурку везде берут. Из него выжимки делают от туберкулеза или не знаю, чего-то лечить. Язва желудка. И дальше так начинает. Такие орешки, как... Ну, ну никакой разницы, это ушло. Собака уже не то, а человек вообще не прихотись. А ел вроде шоколад, или одни сливки, а все одного света и одного запаха. Человек какая-то греховная труба. Как писал Евтушенко, сплошной желудочно-кишечный тракт, добавочными ужинами бредики. Больше ничего и нету. Я как-то техникум научился, и в это время в Советский Союз приехала какая-то принцесса. И я зашел, они в общежитии, парень лежит, вот принцесса она. Ну, принцесса это, конечно, ладно. Но как вспомню, что она туда же ходит утром, куда и я, никакая она не принцесса. Вот и все. Куда, говорит, король пешком ходил? Ой-ой-ой. А вот все это дается для того, чтобы человек понял, кто он такой и что из себя представляет. Притом, когда человек работает, неправильно взялся. У него буквально все переваривается. Вот этой частью всегда берись. У него здесь и то, что съел, и то, что из него вышло, большая разница. А тут бей, где цельное. А люди, которые... Сейчас что? Вот которые ходят там в туалет и везде это сносят, и там эту жижу-то вылавливают. Ну, там специальные отстойники. Вот. И перерабатывают там жир чуть не 30%. И там такие тюбики подадут, никогда ты не узнаешь, что будешь есть. Я считал, про одного где-то был в Гонконге, или где разговаривали, как очистные сооружения. Сооружать-то что. И вот он пришел, хотя он ему дает, он говорит, какая вода у вас хорошая. Говорит, я тебе поверь, говорит, из туалета вчера шел. Взято. Переработано. Его даже не там ничего, ой, того уже есть. Нету. Нету. Совершенно. Пока. Еще ароматизатор обнаружил. Все. Молодец. Так вот сказали о рейсе. Рис уже приехал. Шонка приехала. Говорят, евреи не могут выговорить букву Ж. Неправда. Говорят. Один говорит, вот говорят так, по радио. И потихоньку мы их что-то сорвался. Куда такой страх? Слышите, как я зря говорю. Правильно выговариваю. Он действительно говорит. А другой не может сказать. Он говорит, скажи кукурузу, кукугуза. Кукугуза. У них когда я их лучше 10 раз пшонка скажу. Все в один раз кукуруза. А вот в Библии где про это написано? Чтобы узнавали по произношению слова. И чтобы это очень дорого обходилось. Отключила, я сказал, не бойся. Ничего себе, ты две мухи сразу выгоняешь. Война шла, неприятель отступал, а язык один и тот же. И когда их, им наступило время переходить в мост, они сказали, говорят, скажи шибалет, они говорят, сибалет. Они его сразу режут в сторону. И все, кто не выбрали шибалет, всех зарезали. И речь идет о многих тысячах. Так что правильно произносить – это большое дело. Кто английский язык изучал? Да. Скажите, я увидел Иоанна Крестителя. Я увидел Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель. Джон Баптист.
I saw John Baptist. Ну, если запрещали, изучали, скажите, у меня новая пилотка. Пилотка, знаете, что такое? Пилотка, это у солдат такая, такая, полпельменя. Они не могут сказать пилотка, они говорят for and at cap. Вперед и назад кепка. А вот скажите, кто французский изучал язык, 98 как будет? Французский? У них нет 98. Он говорит, ката, это 4, В, 20, 20, 80, Д, 10 и В, 8. 4 по 20, десятка и 8, получит 98. А что, как у нас 98, такого нету. Наш русский язык богатый и могучий. Не шевелитесь. Голова потеря медом намазана. Так, молодежь, потише. Это Тарасик там бомбежку устроил. Так, чем занимаетесь? На работу много. Сейчас же к костру готовиться надо еще. Виктор Николаевич уезжал в Мамонтово. Если он не уехал, вернулся, то ему скажите, что провел с ребятишками занятия. Все, выходим на молитву. Тарас, все, прекращай. Велики дела твои, Господи, слава тебе. И все, что ты позволил сделать, сохранить для пользы людей, для прославления твоего святого имени. Благослови Романа, Игоря, Акима, всех помогающих нам, Алексея, Василия. Тебе слава, Христе Божий наш. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Почему вы обушите? Сперва покажи, это положите, Игнать Ильич. Сами не берите. Положите на стол сперва. Давайте на стол положим. Положите, да. Ну понятно, да. Так, подходите, кому еще надо. Ты никого не покажи. Брат. Вот еще один. Там еще что-то. Тихо, можно мне кладу? Вот, просим. Да что ж такое? Тут машина. Тут что-то написано. Для сочинений по литературе Макаренко Вадим. Кому это? Макаренко. Мне тоже Макаренко Вадим 6 вопрос. Так, вот такую тетрадку. Только нигде, чтобы не бросать. В линейку. Кому? Подожди. О, дайте, можно мне? Так.
Ой, физика. А где? Тебе физика в каком классе? А что, подвесно? Можно мне, пожалуйста? Спасибо. Кролики. Кролики. Можно мне? Это что, все тетради Макаренко возьму? Вот, да. Еще кролики. Кому кролика? Кролика кому? Правила дорожного движения. Почему никто не берет? Она учится там. У меня такой день. Мне надо взять машину ремонтировать, когда что-то пришла. Так, кому еще? Я потом смерть пришла. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Так, я ушел. Ах ты. Песни писать. Гай, вот это возьмешь? Это красивенько. Возьму одну. Слава Христу. Это зомби. Пальчик мой, да, я поем без зомби, без...